Ну вот у нас тут белочки гуляют. Можно кормить их, прямо сырок. Вот она ждет. У меня просто ничего нет, я же не знала. А вообще сейчас, если были бы орешки, вот они ничего не боятся, такие классные. Их тут много, ну как много. Вот она, видите? Я уже около нее стою. И если мне руку сейчас протянуть, то она у меня, она ждет, что ей дам орешек. Представляете вообще? Вот, вот чудеса. Также птички, кстати, здесь. С рук кормить синичек там прям легко. Не боятся. Подлетают, на руку садятся. Вообще класс. Ой, это раннее утро, птички поют. А мы, кстати... Ой, почему я так рано вышла сегодня? Мы же сейчас... Вот буквально через 15 минут уже едем в такое красивое место, сказочное. А, называется Архыз. Пока скажу вам только про название. Ну и могу рассказать о том, как я... Вот как же все-таки все не случайно в нашей жизни. Ехала когда в поезде... Ну, и ехал там мужчина тоже отдыхать, и тоже вышел он в Минводах. Но он мне говорит, вот вы знаете, а нам больше нравится с семьей отдыхать, ездить в Архыз. Я, естественно, поинтересовалась, а что же там такого особенного, почему вы предпочитаете Архыз, а не Железноводск? Оказывается, вот как раз там прям настоящие заповедные места, потому что там горы. В горах рассредоточены там небольшие домики. И нет такого, ну вот, количества народу. Нравится уединение, во-первых. И нравится красота природы, которая там. Там есть горное, очень красивое озеро. Ну, все остальное я вам покажу, когда мы уже туда, ну, приедем, поедем на машине. Ну, а там уже будем ходить, лазить по этим горам, снимать. Ну, естественно, всю эту красоту будет нам показывать Андрей Анатольевич. Вот с кем мы уже третий день подряд лазим по горам. Ой. И а как он красиво читает стихи. Ну, вы знаете, стихи могут быть и с глубоким смыслом, и очень такие душевные. Но ведь играет большую роль, как прочитать их. Нужно же их читать с выражением. Вообще нужно уметь это делать. Ну, так лучше, чем он, я еще не знаю. Есть, ну, такие еще талантища, как он читает мощно, здорово. Я выложу обязательно. Прям вот следите, подписывайтесь. Очень будет вам интересно все это.